планирую все сумбурно, чтобы люди просто вышли и показали, что Краматорск — это Украина, что у нас все хорошо, что здесь украинцы, что мы любим и ценим украинскую культуру. Свою самоидентичность показать, какую, какая есть. Говорим мы по-русски большинство, ходим мы в вышиванках, ходим спринтом вышиванным. Мы свободно себя чувствуем в своей стране, в своем городе. Как-то так. Настроение отлично на самом деле. Праздник удался, все очень красиво. Ну, непередаваемо просто. Я плакала, честно, когда девчата співали, танцювали. Ну, дуже-дуже гарно. Надеемся на то, что этот праздник станет традицией в нашем городе. В нашем тоже, да. Мы из Донецка. А никак